Je suis ingénieur agricole en France. Во Франции государство выдает кредит в размере 20 тысяч евро без процентов для развития сельскохозяйственной отрасли. Фермер возвращает эти деньги в течение 10-15 лет. Государство помогает в финансировании специального оборудования и в покупке животных. Дает субсидии для построения зданий, в которых будут содержаться овцы. Во Франции есть схема селекционирования, которая предоставляет специализированные продукты. Уже 50 лет французы занимаются выбором лучшей породы овец. Мы уверены, что при правильном питании можно улучшить качество их мяса. Да, ощущается большая разница с Казахстаном в плане климата и площади земли. Если во Франции у хозяйства есть примерно 500 овец на 100 гектаров, то в Казахстане на такое же количество приходится 3000-5000 гектаров, в связи с чем овец держат в определенных специализированных местах.